Голосование по выборам президента Российской Федерации окончено. В 20 часов избирательные комиссии закрыли свои двери избирательных участков. Явка в Брянской области составила на 18 часов 83%. Напомню, это не окончательная явка. Явка будет при вводе протоколов в систему ГАЗ-выборов и на 20 часов. Отдельно хочу поблагодарить избиратели Брянской области, которые приняли участие в голосовании, которые определили судьбу нашей страны на будущие годы. Отдельную благодарность также хочу выразить сотрудникам полиции, которые все три дня обеспечивали безопасность членов участковых комиссий, наблюдателей, конечно же, в первую очередь избирателей. Сейчас идет подсчет голосов. После подсчета голосов будут изготовлены протоколы. Протоколы незамедлительно передадутся в территориальные избирательные комиссии. В территориальных комиссиях уже введут систему ГАЗ-выборы. После ввода протоколов в систему ГАЗ-выборы можно будет посмотреть результаты, итоги по избирательным участкам на сайте избирательной комиссии и на сайте Центральной избирательной комиссии России. Могу сказать, что избиратели в Брянской области очень активно принимали участие. Отрадно, что активно принимало участие не только более взрослое поколение, но и очень много было молодежи на избирательных участках. Да, мы где-то из всех субъектов, из 80 субъектов занимаем, ну, пока что на 18 часов 12-ю строку. На избирательных участках работали наши наблюдатели на всех избирательных участках. Необходимо сказать, что помимо этого, отличительной чертой нынешней избирательной кампании была организация деятельности Центра общественного наблюдения. В Центре общественного наблюдения в режиме реального времени можно было обеспечить видеонаблюдение на 329 избирательных участках. Весь период наблюдения из Центра общественного наблюдения мы видели интенсивное движение избирателей на избирательных участках. И второе. Ни одно нарушение не было зафиксировано за все три дня голосования на выборах ни с одного избирательного участка. Работа, которая проводилась общественной палатой на протяжении последних лет по подготовке корпуса профессиональных общественных наблюдателей, дает свои результаты. Мы достигаем главного. Своей работой наши общественные наблюдатели показывают населению и избирателям о том, что процессы выборные в Брянской области происходят демократично, без нарушений и без привлечения административного ресурса. Мы фиксируем впервые за электоральные циклы последнего времени такую беспрецедентно высокую явку. И причинами вот такой явки, мне кажется, следующие. Первое. Во-первых, то, что наши граждане осознали, что выборы президентские – это главные выборы в нашей стране. Особенно после поправок в Конституцию 2020 года мы стали осознавать значимость президентской должности, а в нынешнем политическом контексте эта должность находится на пике значимости. У нас в этом году проявился необычайно высокий уровень корпоративной мобилизации. Вот этот дополнительные дни голосования, когда можно было до начала работы проголосовать, показало нам, что люди с удовольствием шли до начала работы и голосовали, тем более можно было выбрать участок, близкий к работе, и это оказывало колоссальный такой эффект объединяющий. Опять российский народ показал, насколько он солидарен в задачах показать значимость России и величие России.